На протяжении двух дней на базе Дворца водных видов спорта проходил ежегодный международный турнир по плаванию «Рождественские встречи». Этими соревнованиями Брестский областной центр Олимпийского резерва по водным видам спорта традиционно открывает Новый год. И в этот раз в них приняли участие порядка 170 спортсменов. Этот турнир проходит с момента существования нашего комплекса спортивного. Участвуют девушки и юноши с 13 до 16 лет. Данный турнир является проверкой уровня подготовки спортсмена на данном этапе. В программе были заявлены дистанции 100, 200 и 400 метров всеми стилями, а юноши и девушки соревновались за право стать лучшими в трех возрастных категориях. Награждение проводилось сразу, по итогам каждого заплыва заслуженные медали выручались победителям. Я сама из города Лунинца. В таких соревнованиях я участвую третий раз. На дистанции 50 метров для меня первый раз. Соперники сильные, но хочется показать высший результат. Я из Бреста, представляю Брестсор. Моя самая сильная дистанция – это 100 кроль, а люблю я плавать 400. Я сегодня проплыл 100 на спине и 100 баттерфляй и показал хороший результат. В этот раз турнир проходил в сокращенном формате, но так как он носит статус международного, помимо белорусских спортсменов, заявки на участие подали также представители Российской Федерации.